Всем привет, с вами Трибунал, и сегодня у нас будет такое транжир-видео, скажем так. Мы будем тратить 20 тысяч камней на шмотки. Мы будем их тратить на запечатанные шмотки, изумительные. И потом будем пробовать открывать эти шмотки и смотреть, какой шанс драконика выпадения. Есть ли какой-то вообще... Ну, в принципе, я видел, что при оценке ребята получали драконик, но интересно получить самому и сколько получится. Так у нас... 20 тысяч, это ну, примерно от 50 до 80 шмоток получится. Посмотрим, сколько с них получится дракоников. И потом еще отдельно я сниму видео по слиянию дракоников. На данный момент у меня на этом твине есть 6 дракоников, в принципе, сохраненных, для того, чтобы потом именно посливать. Ну, в целом, сейчас начнем выкупать шмотки. Я думаю, что именно сам процесс выкупки я буду проматывать, быстрее делать, потому что это будет долго. И шмотки буду брать разного уровня, начиная с 50-го, чтобы был немножко какой-то разброс. Ну, в общем, поехали. Так, ну вот, мы закупили шмотки, значит, здесь 50 штук, значит, и начнем открывать потихоньку, но я так понимаю, что мне не разрешит сейчас открыть, ну, будем пробовать. А, нет, первое же сразу же драконик, это, конечно, ну, прикольно. Все, которые не драконики, мы даже статы не будем смотреть, мы будем тупо удалять, и я думаю, что нет смысла, ну, потом разберем, да, наверное, сразу пооцениваем. Так, внизу напишите сразу же комментарии, как вы считаете, сколько получится дракоников. Пока только один, причем с первого раза. Дальше мы 4 открыли, пока голяк. Смотрим, что будет дальше. Ну, что-то я не верю, что прям вот попрет. Хотя бы вот десяток, ну да, губу заткнул. Не, ведь не везет, не везет. Интересно, будет ли хоть один рыжий драконик, в принципе. А обычный, а, кстати, такая-то была шмотка, это была 80-я. Может, кстати, при оценке мелких нет шанса выпадения драконика. Ну, по-моему, что даже мелкие оценивали, и тоже был драконик. Вот здесь 80-й, 70-й, 50-й, 60-й. То есть абсолютно я брал разброс и по шмоткам, и по уровню специально. Ну, прям шанс выпадения драконика прям блещет просто. Один драконик на 50 шмоток, я чувствую. А вот два. Второй драконик. Ну, 2 на 50 шмоток, это тоже как бы типа, ну, блин, что-то маловато. Нужно больше, больше, больше дракоников. Не, хотя 2 нам уже хватит сделать видео по драконикам, но все равно. С учетом того, что 6 штук. Оп, третий драконик. Ну, в принципе, неплохо. На 40 шмоток 3 драконика. То есть примерно... Одна из 10, ну, грубо говоря, одна из 15, где-то так. Посмотрим, что у нас здесь. 4. Так, 4 драконика на 50 шмоток. Смотрим дальше. 4 драконика. Так, 4 всего. Окей, мы сейчас их закидываем в склад, этих 4 драконика. Рыжего не было, все были фиолетовые. 4 штуки. Да. Все остальные шмотки мы расходуем на разлож. Блин, давайте все разложим. Блин, перемещать просит. Короче, я сейчас тоже быстренько все переразберу здесь, закуплю новые шмотки и мы быстренько продолжим.
общем, мы купили в сумме 70 шмоток, то есть 51 раз и 22 раз, и почему-то магазин нам отказывается продавать шмотки. Они считают, что мы зря деньги тратим, что ли, я не могу понять. То есть при покупке шмотки, вот, купить, он пишет, кулдаун, текущая операция, повторите еще раз. Ну, давайте я сейчас быстренько попробую рестартану. И посмотрим, может быть, если после рестарта не... Ой, бог. Давайте я быстренько попробую рестартану и посмотрим, если после рестарта они не разрешат нам дальше покупать, то, в принципе, 70 шмоток будет. Все, на этом и закончим. Надеемся, что все же нам дадут докупить наши шмоточки, потратить наши камушки, потому что они нам не нужны. Это все для вас. Все камушки собирались для вас. Давайте колечко. Ну, огонь. Продолжаем закупаться. Так, закупили шмотом, в итоге мы потратили 22 тысячи камней и купили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, я так понимаю, 45, 95 шмоток в сумме у нас получилось, на данный момент 4 драконика, у нас пушки будем открывать, я думаю, в конце, я специально пушечек немного еще прикупил, и начинаем с колечек, посмотрим, что у нас с колечками будет, не тянем время. Пока по колечкам не алё. Так, было у нас 4 на 50. На данный момент у нас остается 4 на 60 шмоток. Открываю быстро. Нечего, я думаю, там тянуть. Открываю на телебашне, но я не думаю, что это что-то даст. В принципе, да, что-то не везет. 4 на 60, уже 4 на 70 шмоток получается. 4 драконика на 70 шмоток. Что-то вообще слабовато. Я думал, вообще, ну, надеялся хотя бы на один рыжий. А тут 95. Ой, бо, 4 на 80, одна из 20. То есть шанс вообще такой, типа... Ой, или они считают, что, типа, 4 штуки получил, ну, типа, будь добр, ну, типа, имей совесть. Нет, вот пятая. Пятый драконик. Посмотрим, что еще. Ну, я думаю, должен быть еще шестой. Ну, на 95 шмоток это хотя бы 6. Это must have. Как-то слабовато. Пушки пошли. Не, не будет. Не будет больше драконика. Не будет. Значит, 5, да? По итогу 5 дракоников получили мы из 95 шмоток. Всего-навсего. То есть, в принципе, не густо. Шанс при открытии очень слабенький. Ну, примерно 1 к 20. 1 к 20, то, ну, я бы не сказал, что прям так 1 к 20, это, наверное, даже повезло. И рыжего не было, я видел, как ребята и рыжий получали, но, типа, рыжий, наверное, там шанс вообще unreal. Unreal, unreal. В общем, 22 тысячи, мы получили 5 с 5, ну, блин, как-то не перекрывает одно другое, если бы хотя бы 5 рыжих их получили. За 22 тысячи можно было купить 4 драконика, именно рыжих, прям с магазина. То есть вот в таком вот плане. Ну, интерес был не в этом. Интерес был в том, чтобы показать вам, насколько шанс хорош или плох. Действительно, шанс плох, и оно того не стоит. Разве что вам нужны статы, то есть вы можете перебирать там какие-то статы. Я, в принципе, шмотки эти поудаляю. Это как твин, то есть, в принципе, оно не нужно. Вот. И в дальнейшем я сейчас еще там на днях сниму видео по слиянию дракоников. Их здесь 11 штук. Мы попробуем посливать их, немножко посмотреть шансы и посмотреть, насколько это профитно, скажем так, сливать их, эти драконики. Также мы еще один драконик докупим за вот такие вот потерянные языки. Потерянный, да? Нет, я прочитал. Да, потерянный язык. Мы еще эти разберем шмотки, как раз будет хватать. И в итоге сделаем видосик для вас еще один. В принципе, пишите свои комментарии, понравилось, не понравилось. Пишите, на что можно еще потратить 1015 камней, если есть там какие-то пожелания, я сделаю видео.
Если, кстати, ну, много кто попросит одинаково, скажем так, будем смотреть по количеству пожеланий и будем тоже снимать еще, продолжать такую же рубрику, тратим кучу камней на непонятно что. Ну, все для контента. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.